Твери в круглосуточном режиме ведется работа по устранению последствий снегопадов. В период с 20 по 23 февраля с улиц города было вывезено около 12 тысяч кубометров снега. На расчистке дорожной сети была задействована вся имеющаяся техника МУП ЖЭК. Как сообщили в администрации города, основной упор делается на приведение в порядок мостовых сооружений, путепроводов, пешеходных переходов. Работы по вывозу снега ведутся преимущественно в ночное время суток, чтобы трафик не создавал помех для передвижения спецтехники, а техника не мешала проезду автомобилей. Продолжается расчистка и обработка дорог противогололедными материалами. Вручную уборку тротуаров в городе ежедневно ведут 120 дворников МУП ЖЭК. С четверга 25 февраля синоптики прогнозируют резкое потепление. В связи с этим будут усилены работы по расчистке решеток дождеприемных колодцев. В городе продолжаются в круглосуточном режиме работы по механизированной уборке дорог и тротуаров от снега. Также производятся работы по погрузке и вывозу снега. Основные объекты погрузки и вывоза снега – это магистральная улица города, искусственные сооружения. За последние 3 дня вывезено около 12 тысяч кубометров снега. Кроме того, в городе производятся работы по обработке противогололедными материалами дорог и тротуаров. В связи с ожидаемой оттепелью в ближайшие дни в избежание подтопления автомобильных дорог будут усилены работы по очистке дождеприемных колодцев системы ливневой канализации.